И в продолжении темы проект «Безопасные и качественные дороги» активно реализуется на территории областного центра. В него вошли 14 улиц, а также Кирикелинский мост. Помимо ремонтных работ предусмотрена комплексная модернизация 30 участков улично-дорожной сети. Подробнее в следующем материале. На специальную выравнивающую основу рабочие укладывают двухслойное покрытие. Всего около 6000 тонн асфальта уйдет на этот объект. В рамках приоритетного проекта Министерства транспорта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» администрация города ремонтирует все подъезды к старому мосту через Волгу с улицы Богдана Хмельницкого, с набережной Приволжского затона и два подъема с Трусовской стороны. Это подходы к мосту со спусками, подъемами в количестве где-то 42 тысяч квадратных метров. Сегодняшним днем должны положить половину, где-то 20 тысяч квадратов должны уложить. Эту сторону, то есть назовем ее городскую, заканчиваем на этой неделе, где-то в пятницу, приступаем к Трусовской стороне, и на той неделе мы закрываем все объемы. Всего в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Астрахани отремонтируют 15 дорог. Это улицы Савушкина, Казанская, Рождественского, Кирикелинский мост, Староверова и ряд других. В настоящее время ведутся работы по улице Космонавта Комарова, по улице Бера, по улице Мусы Джалиля, по улицам Рождественского, Савушкина. Мы сейчас работы в завершающей стадии находятся. Там сейчас остались некоторые проезды доделать, съезды, подъезды к учреждениям. Проектом «Безопасные и качественные дороги» также предусмотрена комплексная модернизация 34 аварийно-опасных участков во всех районах города. Она будет включать в себя установку светофоров, леерных ограждений и дорожных знаков, нанесение разметки. А на Началовском шоссе, которое также вошло в план ремонта в этом году, приступили к работам по установке опор наружного освещения. В рамках проекта здесь будет смонтировано около 50 светильников на протяжении 3,5 километров дороги. На этом участке также будут установлены бордюры и уложен новый асфальт.